Приветствую зрителей! 23 июня 2022 года стало известно о смерти всеми любимого Юрия Шатунова. Он скончался в возрасте 48 лет в результате острой сердечной недостаточности. По данным СМИ, в последние два месяца певец отыграл 16 концертов, последний – в Подольске 20 июня. Прощание и отпевание состоялись 27 числа в закрытом режиме. Присутствовали родные и близкие умершего. Директор музыканта Аркадий Кудряшов позже рассказал. На Троекуровском кладбище будет захоронена часть праха артиста, другая часть упокоится в Германии, где постоянно живет семья артиста, супруга Светлана и двое детей. Соболезнуем родным и близким. Подписывайтесь, ставьте лайки.